Доброго всем времени суток, с вами Тексер, мы сидим на тропическом острове в игре Survivaland и жрем бананы. Еще он меня, похоже, хочет спать, потому что ночь он провел, собирает самые бананы и кокосы, а вот хрен ему по всей рыжей морде. Так, я тут начал выкладывать ровные скорлупки, чтобы воду собирать, ночью шел дождь, я тут пил из скорлупок, но тут большой стик. Наш никуда пока не использованный. А, давайте попробуем сделать мерилку для стен. Кстати, дракушки опять не могу, нет? Ну, куда-нибудь они, наверное, годны. А, я тут где-то вот набросал фудстабов. Возможно, это из них делается. Так, да, и веревочка связывается. Я угадал? Веревочка, иди сюда. Черта с два. Или мне веревки не хватило? Веревка, иди сюда. Да, мне веревки не хватило. Опачки, да, это оно. Надеюсь. У меня тут стик валяется, какого-то хрена в рюкзаке, да и черт с ним. Так, иди отсюда. Тонкий стик. Нам нужно тебя. Опять это по F1, да, вот так вот. Бросаем здесь. Нам пока оно не нужно. Все, все землемерные инструменты готовы. А я тут немножко пособирал доски. И вот эти вот деревянные столбы, с которых стоит стена, видите, я их укрепил. Вообще, неплохо бы... Ой, сейчас сяду подробнее. А, неплохо бы теперь верхнюю укрепить. И там можно будет попробовать тут стеночку сделать. Давайте попробуем. Так, топорик, иди сюда. Какую-нибудь пальму завалим. Ну, в принципе, мне тут рядом пальмы не нужны. Рублю, не рублю. Черт его знает, да? Да, рублю. О, кокос посыпали, смотрите. Прикольно. Если рубить кокосовую пальму, на нас сыпятся кокосы. Мне кажется, сейчас у меня топор кончится. Мяк. Ладно, господа, сначала кокосы. Что, они тут не валялись? Так, у меня есть переносимый вес, так что тут с этим будут, возможно, немножко проблемы. Я буду перегружен. Так, а если я Т нажму? Вот так понятнее. Так. Мы много пальмовых листьев тут сейчас нафигачим. Немножко не то, что мне нужно, да? А, это я пальму разрубил. Прекрасно. Что мы тут имеем? Кокосовая пальма. Давайте ее на транке рубить. По-моему, я рублю соседнюю пальму. Вам так не кажется? Так, раз на раз не приходится, да? Я рублю эту пальму и следующую, да? Вот, все, отлично. Транк. Пойдем. Давай даже побежим. Хотя, по-моему, голодаю постепенно. Но не страшно, у меня в кармане есть немножко кокосов с этой пальмы. Достославный. Ей нет, аку. А аку вполне. И теперь мы строим. Раз, вот она. Отлично. Теперь давайте попробуем с этими колышками что-то сделать. Хм. Блядь, не знаю, что лучше-то. Вот она. Я в Switch Direction. Ну, как-то Direction особо не меняется. Я в Switch Direction. Не, не меняется. Ладно. Нажимаем Confirm. От чего Direction? Черт его знает. Тут одна вот сторона будет, другая вот. Посмотрим. А, отлично.
Теперь, я так понимаю, надо чем-то наполнять. Давайте поглядим, чем ее наполняют. Так, отлично. Земля, листья, палки и камни. О, мне вот нравится идея с листьями. С листьев у меня просто вот неимоверное количество. Не-не-не-не. Брось бяку. А, это у меня охапка, что ли, там получается, да? Ну-ка. Да, типа охапка, смотрите. Прикольно. Понесли. А я могу, интересно, их прямо туда запихивать вот так охапкой? И сколько туда надо? Ну, тропический остров. Я не думаю, что мне тут надо будет что-то... А, не так много. Touch Fiber Rope. Но у меня есть Fiber Rope, конечно. Так. Но сначала мне надо, я так понимаю, набить ее листьями. А листья идут любые, да? Так. Брось бяку. Так. А, нет. А, я только два листа таких могу, да? Ну ладно. Видимо, они очень большие. Что у нас? Мы вяло хотим жрать и не очень вяло хотим пить. Ну ладно, это все будет. Так, так. Ну смотри. А, left door. Мне стена нужна. А не дор. Ну, видимо, еще надо листиков. Ну, так все, в принципе, неплохо получается. То есть, на всякие перегородки, на эти, на палки, которые поддерживают у меня, идут... давайте вот это вот возьмем. У меня идут деревья, а на стены пойдут листья. В целом, неплохо. Так. Еще чуть-чуть, да? Вот как из этого сделать дверь, я не понимаю. Окно там и так далее. Меньше положить, что ли? Так, я думаю, это один банановый лист будет офигителен. Потому что когда я притащил настойку, у меня оставалось чуть-чуть, я притащил туда полено. Оно не все полено ушло в стену, оно, видимо, ну, чуть отгрызлось. Так, отлично. А, стена. А теперь мне нужно веревку, что ли, заюзать на это дело, да? Так. Правая рука, да? Да, похоже. А, мало? Я сейчас еще поду принесу. Слушайте, я уже забыл, с чего я веревки-то делаю. Я помню, что с каких-то пальм я тут безумное количество наштамповал. А вот из каких чего? Надо будет вспоминать, раз у нас веревки на все идут. Ну, мы можем какую-то стену из камня попробовать забахать. На него-то, я надеюсь, веревка не нужна. А, смотрите, веревок до хрена надо, елки. Я помню, какая-то мохнатость с пальмы падала. Какая-то волосатая пальма тут у меня была. И с этой волосатой пальмы я брал веревки. Но с какой? Ладно, сейчас вспомним. А, день, я спать не хочу днем. Я хочу спать ночью. О, все, есть. Тадам. Ну, неплохо, знаете. Совсем неплохо. Так, а чем стена, сторона отличается? Вот тут такая она мохнатая, и тут она такая же мохнатая. О-о. Так, тут так. Она вообще ничем не отличается, то есть... Нормально тропическая хижина, чего я вообще парюсь? Так, пойдем за танками. Вообще надо жрать, надо пить, надо есть. Не пойдет, да?
Топорик, иди сюда. Нет, давайте пока уберем, потому что у меня вот тут, похоже, еще есть. Ага. Слишком большой транк. Надо его топориком. Сейчас я топориков себе сломаю. По-моему, я или траву рублю, или дерево рядом стоящее, да. Ну ладно, тоже пойдет. О, до дерева дорвался, ну, до бревна. Транк. О. А главное, от него ничего не отрубило, смотрите. Оно было поленом, поленом и осталось. Ну, давайте так, не спеша донесем это дело. Чё? Я не понял. Ладно. Собственно, давайте. А, устал, да. Устал, бедолашка. Так, ну давайте поедим, попьем. А спать я, пожалуй, блин, не хочу я днем спать. Вот часов нету. Дайте-ка, товарищ Сухов, по солнцу. На мой взгляд, полдень. Так, сверлим дырочку. Можно, конечно, пару часиков подремать. Но световое время, я же ночью-то не особо строю. Мне бы ночью спать. Так. Что интересно, пропадает еда, а не вода. Так. Топор. Квек. А у меня такой нежраный еще есть. Ну ладно. А вот какой-то сплошь вода стоит, я вижу. Вот за камнем голубенькая лежит, а? Так, и выставляем. Как мне советовали, ровными рядами. Так, давайте вот возьмем и съедим тоже. А потом, вот там в одной сплошке он чуть на донышке остался. А вон там еще в тех двух осталось. Пить тоже надо днем. Еще мне кажется, что у них еда и вода перепутаны, потому что я вот сейчас дожираю кокос. И вода тоже ушла куда-то. Так, кладем. Тык-дым, тык-дым, тык-дым. Вот, вода есть. И выпили. Отлично. Тут еще тоже немножко воды есть. Давайте не будем по ним топтаться, я потом их ровненько все разложу. Так, что у нас? А, я полено уронил, да? Я устал и уронил полено, потому что полено огромное. Я даже не буду пытаться бежать. У меня сил не хватит. Но с домиком, по крайней мере, более-менее все стало понятно. Я знаю, народ строит тут каменные дома, там деревянные, с башнями какими-то фееричными. Ну, а нет? Чё, большой транк слишком? Понял. Большое бревно. Длинное и тяжелое. Можно разрубить напополам. Давай разрубим напополам. Я все боюсь, у меня топор кончится, и меня опять тягомотину. Тихо. Че повтранк? Так пойдет? Так пойдет. Ну-ка, что там? А, вот так. То есть одна четвертушка такая, и все, и проблема решена. Не кисло. Пом. Все, теперь сюда тоже можно листья носить. Вот так вот они домик-то и строили. А листьев у меня дохренища, честно скажу.
Отец пойдет? Так. Есть. Так. Сколько их можно одну кучку-то? Наверное, много. Так. Это какие-то листья такие одежные. Я надеюсь, тоже пойдут. Наконец дорвался до строительства домика. Да это были все непонятки какие-то. Вроде жизнь наладилась. О, там транки лежат. Не нарисует, да? Не нарисует. Что это такое? Ну, сейчас подойдем, посмотрим. Что мне новый пальм не ронять. Это я помню в поисках веревок все это мучился с этим. Да, транк, прекрасно. Еще транк. Мы тут пальм-то навалили. На кучу домов хватит. Пойдем. О, какой веник хороший. Пойдем веник запихаем в стенку. Островов до хрена, вон там вдали еще острова. Но вы представляете, оттуда ресурсы таскать, да? А вот, да, если я сейчас, наверное, побежу веревкой, это будет как раз окно. А если сейчас не побежу веревку, то будет стена. Хорошо. Давайте еще листиков. Так, желудочек пустеет, да и вообще я там подустал. Так, давайте веревочку с собой возьмем, чтобы было. Так, листики еще листики. Дайте, вот, мне кажется, двух листиков вообще хватит выше головы. А если не хватит, я их в другую стену запихаю. Вообще неплохо бы крышу над головой, но мне кажется, если я вот это все не построю, вот сразу крышу у меня будет не к силу вообще. Ага. Сейчас. А давайте. Так, стоп, 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 стоп. Стена, да? То есть мне осталось только веревочку. Замечу не одну веревочку-то. А, нормально все. Пум, еще стена. Так, а теперь нет. Теперь надо. Теперь попробуем сделать дверь. Так, что по времени 17 минут, нормально. Так, ты кто? Кора. Кора нам не нужна. Давай. Сюда. Строимся. Бам. Да, вот этот полено сразу на три стойки хватает. А нет, крутись ты. Во. Отлично. Айда за листьями. Ну, стало он довольно бодро. Если не считать того, что у нас веревочки уходят со свистом. Ну, одна стена, одна веревка. Я думаю, я найду косматые пальмы. Да и веревка у меня еще далеко не одна осталась. Так, листики, 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 листики. Бесхозные листики. Вот куча бесхозных листиков. Так, вот сюда вот ее. О, водичка. Так, давайте сразу же в карман. Скорлупки всегда пригодятся. Вот там, наверное, тоже скорлупки набросаны. Сейчас посмотрим. Так, листик. Довольно нудное такое занятие, конечно. Листики собирать. А главное, они мелкие. Там главное не переборщить и не сделать себе окно еще вот такой момент. Потому что на сторону океана я хочу именно дверь. Не знаю почему. Давайте вот это все возьмем и пойдем посмотрим. В целом довольно быстро строится. Ну, у меня тут еды навалом. Возможно, поэтому быстро. Тут бы немножко больше занятий, потому что тут построишь хижину, и в принципе на этом же все. Так. Листья бросайтесь. Где мой землемерный инструмент?
ты, да. А, смотрите. Вот тут она более ровная, а тут она как бы более косматая. То есть, где у нас вперед, а я не помню. То есть, эту стену я строил снаружи, стоя, а эту изнутри. То есть, снаружи, по-моему, более правильный вариант, потому что такая вот чрезмерная мохнатость внутрь, это не очень хорошо. Так. Значит, видимо, так. Давайте обойдем все это дело и сразу установим все эти фишки. Чтобы все было в одну сторону. А как? А что, не меняемся? Эй! Слушай, оно не меняется, я... F, это у нас Switch Direction. Но она не меняется, кнопка F. Пофиг. Не меняется, не меняется. Так, ты, Маули, брось тряпочку-то. А, квит. Все. Брось все. Лишь нахватал. Так, прекрасно. Берем по одному, наверное. Как-то вот так, да? Давай. Стена. Все равно стена. Так вот, момент, она будет не стеной, а этим меняться будет, короче. Так, ладно, берем. Блин, летают как не знаю кто. Стена. Блин. Я же видел, а некоторые стены пытались этими дверными проемами стать. Ладно. Сейчас надо, по-моему, листики по одному аккуратненько так добавлять. Вот дверь. Так, а теперь я должен веревкой, видимо, ее связать. И будет все хорошо. Я прав? Да, а теперь делаем. Да, вот она дверь. Все прекрасно. Вот я не знаю, как тут. Дверной проем, видимо, не закрывается, тропики. Все такое. Так, палки еще, да? А рядом с дверью у нас, наверное, будет. Не, окна не будет. Смысл окно, если дверь не закрывается. Окно у нас будет в другой стене. Так, мы берем веревочку. И у нас получается хватает. Так, взять не можем. Можем рубать. Блин, сейчас топор сломается, я чувствую. Устали уже по первое число, но с заходом солнца только мы ляжем спать. Тут еще гора листьев у нас. Тарам-парам-парам-парам. Бегом-бегом-бегом. Ну, не надо было, конечно, так морить. Ну, ладно. Так. Давайте сначала вертикальную. А то еще сложится собака. И да, надо брать. А чё ты? Нет? Тебе чуть не хватило, ладно. У нас тут где-то были веточки. Нам нужен стик. Просто стик. Стик. Вот стика, мне кажется, хватит. Да. Бум, полено. Медитативненько. Так, по чуть-чуть. Строили. Эту ночь я еще буду на улице ночевать, хотя можно уже туда лежбище-то перенести. А, и костер туда. Ну, берешь? Берешь. Какая полина шикарная. Я думаю, мы его на 4 части сейчас будем долбить там.
Ой, устает, устает и жрать хочет. Но на обратном пути еще пожрем этих бананьев. Там лишь до крыши доберемся. О, он совсем устал. Смотрите, усталость красная. Надеюсь, не помрет. Я хочу дожать вообще вот до захода солнца. Прям вот до упора. Ну. Не идет, да? Разрубить надо, я понимаю. Рубим, рубим. Кстати, вечерело. Вечерело. Отлично. Вот сразу кусок, да? А вот мы... Вот еще одно полено мы можем туда пихнуть? А чего бы нет-то, да? Вот. Отлично. Теперь листики. И смотрите, я уже... Сколько я? Ну, да, еще две стены и крыша. То есть, в течение часа можно дом-то построить. Так, жрат. Хотя я понимаю, темнеет. Жрем, 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 жрем. Быстро жрем. Но спать я хочу уже в домике. Ну, как в домике. А, возле домика, да? Ну, как, на полу домика, но... Не под крышу, потому что крыши пока нет. Я боюсь крышу ставить, пока стены не сделаны. Может обрушиться. Так. Давайте оберем. Вот так, наверное. Так, погнали. Солнышко садится. Ну, нормально. Мы устали, потому что мы пахали весь день, как папа Карло. Так, костерчик будет тут, наверное, да? А мы будем жить тут. Апгрейд. Ну-ка. Да не, ничего не могу апгрейд. Почему апгрейд? Непонятно. Так. Слушайте, маленькая такая лежаночка. Наверное, она в дальнем углу от входа располагаться. Вот тут. Вот так. Отлично. Не-не, спать не будем пока. Ой, смотрите, у меня здоровье пошло вниз. Это от бессонницы. Ну, блин, еще солнце... Ну, солнце село, в принципе. Черт с ним. В тот раз у меня здоровье вниз пошло. Надо спать. В общем, без сиеста никак. То есть, посредине дня надо спать. И, наверное, все-таки окошко сделаю тут рядом с дверью. Почему бы нет-то? Вид-то красивый. Другое дело, что я не знаю, чем заняться после постройки домика. Вот чем занимаетесь здесь вы, кто играет из зрителей? Вот вы, допустим, построили себе дом. С едой проблем нет, можно каждый день ходить за бананами и кокосами. Вот. А чем вы занимаетесь еще? Я не беру в расчет, что строите тут дворцы и так далее. Чем тут можно заняться? То есть вот, нахрена, допустим, плыть на острова? Ну, на другие. Вроде как нет необходимости, мне кажется. Что здесь еще можно делать? Так, ладно, солнышко село. 10 часов спать, вот. Все бросили и спим. Вот это все бросили, меня тоже умораживает, только в путь. Ну почему в одежде-то не спать? Так, взяли. Вот потом что по себе развешивать. Ну хоть белт с этими, со всеми примочками. И тоже вот я его взял, и я его должен повесить. Тут где-то шляпа валялась. Ни хрена не вижу. А он ее далеко откинул. Ну, вроде все, да? Все одел. Все взял. Ну что ж, на этом серию заканчиваем. Всего хорошего. И до новых встреч.